Сегодня в доме у муфтия шейха Ахмада Фанди Абдуллаева прошла встреча с богословами, уважаемыми учеными, которые входят в состав Совета алимов нашей республики. Также на этой встрече присутствовали все доктора шариатских наук, алимы, ученые со всех округов, представители всех национальностей вместе дружно посетили муфтия, выразив ему теплые пожелания и поздравления в связи с наступлением праздника Уразабайрам. То, что вы сегодня пришли проявить уважение, за это тоже я благодарю Аллаха. Это очень важно, важно для Дагестана. У нас Дагестан многонациональная республика. И здесь необходимо нам сохранить мир. Последнее время у нас что творится, тоже хочу обратить ваше внимание. Например, если какой-то человек ошибся, грубил, в этом случае тоже нам надо все взвешивать, как в таких ситуациях наш пророк, алейхиссалату вассалам, поступал. Все взвешивать на весы шариата, учитывая наше время, я бы еще добавил, с мутянами, людьми, которые сеют вражды, конечно, дружить не стоит. Еще раз подчеркиваю, алимы друг друга обязательно надо уважать. Людьми, которые и сеют смуту среди людей, с ними не дружить. Я не говорю враждовать, но дружить точно знаю нельзя. Потому что боюсь, что повторится ситуация в Сирии. В Сирии что произошло, не понаслышке знает Мухаммад, не понаслышке. Он из Химса города, он хорошо это знает. 9-10 лет он своих родителей не видел. Родители, они живые, он живой. Даже он один раз с ними видится, даже в Турцию поехал. Даже вот тогда он не мог их видеть. Турция, Сирия же граница. Хасан Афанди в своей книге пишет, правильный и неправильный человек, если вы хотите узнать, вы его действия, говорит, взвешиваете на весы шариата. Если шариату соответствует, значит правильный. Не соответствует, значит неправильный. Поэтому я человек, который стараюсь максимально. И, конечно, это для вас как оскорбление не будет. Я претендую на то, что самим человеком в Дагестане, который больше всех старается соблюдать шариат, это я считаю, что это я. Если кто-то может обратное доказать, пусть идет докажет. Пусть идет докажет. Но я не говорю, что все могу. Что могу, я делаю. Вас тоже призываю к этому. А то, что на улице что угодно, кто угодно говорит, это нас не волнует. Вообще не волнует. Будем стараться. Я